Всем привет, это Каверс просто Лера, и ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, и в этом выпуске вы увидите. Когда мне грустно. Мне не нравится, как критики звучат на пианино. О! 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 Коралина. А не А? Ничего себе. Скажи, зачем нам светофор, если б не было машин? Я ставлю десятку. Я пишу эти строчки о любви. Когда мне грустно. У соседей сегодня бессонница. Я в подъезде, приди, пообщаемся. Мне так нужно к тебе прижаться. Забери меня срочно, пожалуйста. Когда мне грустно. Я смотрю наши старые мультики в темноте. Обнимаю букет желтых лютиков. Мне не нравится, как лютики звучат на пианино. Как-то по-каверски назовем это так. Ну, короче, я могу сказать. Ну, я, по-моему, видела где-то так мельком этот кавер, где-то в Инстаграме. Ну, я, конечно, к каверам на пианино пока сложно отношусь. Я больше по гитаре и больше по настоящему минусу. Вот. А так, ну, я могу поставить семерочку. Хорошо же, по-моему. Неплохо и не идеально. Вот. Ну, мне просто не нравится пианино. Вот, может, потому что как-то у меня потерялась вся атмосфера. Вот. И не, мне не грустно. Вот. Ну, вот так вот. Все. Наверное. Ну, семерочка. Я думаю, это хорошо. Молодец, Полина. Нет, классно. За хрипотцу отдельный респект. Круто. Ну, вот, да, единственное то, что у меня музыкальное образование по классу фортепиано, и я безумно люблю, как фортепиано звучит. У меня есть укулеле, я немножко умею играть на гитаре, но вот чаще всего я как бы записываю каверы под фортепиано, потому что вот, я не знаю, я прям с ним сливаюсь, мы в унисон движемся с моим музыкальным инструментом, и я обожаю, поэтому здесь, конечно, ну, на вкус и цвет, как говорится, но я люблю фортепиано, это... На века. Вот, единственное, с чем можно было бы поспорить. Все? Вот. О! 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 Это что-то необычное. Я лежу на заброшенной улице, в переходах раздавлены сникерсы. Меня больше никто не заслуживает, даже ты с миллионами долларов. Разбуди меня голосом в радио, мы встретимся в полночной лестнице. Расходимся. Момент. Мне нравится гитара. Не знаю, потому что, возможно, как-то необычно звучит. И гитара у него, кстати, могу ошибаться. А, да, могу ошибаться. Я подумала, это электрогитара, это обычно. В общем, гитара звучит необычно, но, мне кажется, не подходит голос под гитару. Вот как-то у нее... Она играет боем, а у нее такой голос мягкий. И хотелось бы так, типа, переборчик какой-нибудь намутить. Вот. Ну, сейчас припев послушаем. Мне грустно, я смотрю на шестой. Блин, вот мне припев понравился. Даже какие-то ноты прикольные она сделала. Я хотела сначала поставить шестерочку, когда слышала куплет, потому что я объяснила, что мне не понравилось, как звучит гитара и ее голос как бы в совокупности. Но когда я услышала припев, я поняла, что это как-то спасло ситуацию. И, в общем, я готова поставить девяточку. Но не десяточку, спросите вы. Почему? Потому что куплет мне не понравился. Вот, поэтому Катя улетает девятка. За припев, респект и за импровизацию по нотам. Классно было бы, если бы она под свой прекрасный голос на куплете сделала переборчики, и можно было бы залипнуть реально. Вот. Да, я знаю, что лучше бы, конечно, там звучал перебор. Было бы мягче, на самом деле. А так просто находится все в таком вечном движении, и такой... Ну ладно. Ну, короче, припев. А припев вообще четко. Мне понравилось. А, Лера, я могу только пожелать тебе еще больше успехов в музыке, потому что это что-то нереальное. Я сама влюблена в музыку, и то, что ты творишь, это может очень многое знать. Но на самом деле эмоции переполняют. Я просто всегда такая спокойная. Горячий город задыхается от любви. Коралина. А не А? Ничего себе. Горячий город задыхается от любви. К светофорам где-то Буйского за старым центром. И ждем погоду, да как там холодно. Я ж
это, походу, тот самый кавер, когда либо вот прям как в оригинале, либо как-то по-своему. Вот пока что это так вот как надо, как надо. Песни Леры просто стали для меня огромным открытием в этом году. Мне очень нравится ее исполнение. Как бы мне очень похоже на Земфиру. А это прям в моем сердце всегда. У нее на стенке фоточки. Возможно, работа сейчас моя ЧСВ, но, по-моему, я увидела там себя. Ты этим фотографиям уже несколько лет, и я даже, честно, вот понятия не имею, что даже может быть похоже. Первая часть припева. В принципе, я тоже так же пою на таком же лайте. Горячие горы, инзады. Классно она спела. Но потом мне захотелось какой-то такой, вот такой движухи. Ну, как и у меня это происходит. Вот, но она решила как-то остаться на своей волне, и меня это что-то так смутило. Ну, потом я решила послушать, в принципе, дальше, и поняла, что не зря меня смутило, потому что как-то эмоция не дожалась. У меня огромные проблемы с эмоциями. У меня во всех так абсолютно песнях. Для меня самой это очень тяжело, потому что я очень эмоциональный человек. Очень трудно выражать свои эмоции. Но начало мне понравилось. Я влетела в эту атмосферу. Потом я думала, что атмосфера сейчас как вот так вот разобьется вверх. Но она осталась на той же волне. И поэтому сложно слушать дальше. Поэтому я поставлю Каролине, наверное, пятерочку за начало. А за продолжение поставлю, ничего не поставлю. Вот, поэтому пятерочку летает Каролине за классный начальный припев. Лера, мне очень нравится, безумно нравится твоя манера исполнения. И я влюблена во все песни, которые ты исполняешь. Прекрасно. Это моя вот отдельная любовь. И где-то в сердечке это у меня осталось. Зачем сигареты, если я люблю тебя? Просто мне нужен ты тоже. Скажи, зачем мне сигареты, если бы у меня был ты и другие проблемы? Скажи, зачем нам светофоры, если б не было машин? Мы с тобой улетели. Не могу послушать дальше, потому что у меня появляются все новые и новые комментарии, потому что я начинаю разглядывать полностью картинку, потому что она мне нравится. Я вижу там, короче, книжки стоят такими этими штуками, рядочками на полочках. И вижу на стенке Винни-Пуха или Чебурашка, или кто это, и этого Пятачка. И походу, она, видимо, у нее мама работает в детском саду. Да, я записывала в библиотеке. Мама работает в библиотеке. И она, видимо, к ней пришла съесть чей-то обед. И вот записала этот видос. И, по-моему, это еще большую атмосферу словилось. Мне начало прям настолько вставило, вы не представляете, насколько оно мне вставило. Но, возможно, дальше виноват бит, потому что он, походу, он даже слегка, так скажем, его замедлили. Не, он не как в оригинале, поэтому, господи, пьем. Я сама записывала в гараж-бенде, поэтому я не профессионал. Да, скорее всего, реально виноват бит, потому что мне захотелось какой-то тоже, опять же, движа. Возможно, это мои какие-то маразмы в голове, которые уже зациклились у меня. Вот, но да. А так девчонка молодец. Ну, мне захотелось какое-то развитие, но я это прощаю, потому что я думаю, что это виноват бит и битмейкер, который сделал неправильно, не так, как надо, и поэтому она слишком затянулась. Но начало офигительное просто, поэтому я ставлю десятку, несмотря на, так скажем, недвижняк. Вот, так что Женя молодец, класс. Вообще за все респект. Лера, во-первых, продолжай свою деятельность, ты очень классная, у тебя треки реально вдохновляют на творчество, на какие-то мысли. Спасибо тебе огромное, даже в трудную минуту иногда твои песни мне помогали. Я буду продолжать делать на них каверы, потому что это очень классно, и твое творчество — это одно из моих любимых. Спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь, за то, что ты есть. Ты очень классная. Я тебе желаю дальнейших успехов, у тебя очень круто получается, у тебя такой необычный голос, нестандартный, это очень круто. Вот, потому что предыдущие каверы, они какой-то имели такой обыденность, стандартность, в принципе, обычный голос. Ну, как бы, была там у девчонки хрипотца, вот. Но вот это меня поразило. Тут по нотам даже не к чему придираться. Класс. Молодец. Не звони мне ночью, я пишу эти строчки. Имени у меня здесь не написано. Написано «Вечность». Возможно, кто-то из родителей покреативил. Синие глаза, пустой концертный зал. Ты мне все сказал, и меня ждет вокзал. Твои помятые мысли, мамятые мёсли наполнят меня. Вот, о чем я говорила, когда не просто либо бой, либо перебор всю песню, а когда пошла жара. Не звони мне ночью, я пишу эти строчки о любви, о любви.
Я думаю, нужно завершить красиво. Я поставлю, наверное, 10, потому что припев прям спас все. Я только что прям услышала это по-другому, эту песню услышала по-другому. И мне вот прям очень сейчас понравилось. У меня такая штука присутствует, когда ты немножко не дотягиваешь ноту, но это звучит так по-живому. Миллионы, миллиарды раз лучше, когда человек попадает в ноту, но делает это вот с манерностью не там, где нужно. Так прикольно, мы когда разбирали, делали разборы этого трека, когда только написался, все представляли зал, фонарики, зажигалки, и все так качаются, потому что трек такой, типа, вот, потанцевать медляки. А вот тут вот у меня такая появилась сразу картинка, когда услышала гитару и услышала ее приколюхи в голосе, мне захотелось просто сесть где-нибудь на лавочке и просто спеть в кругу своих ребят. Ну, тут чистая десятка, серьезно. Вот, классно. Я бы поставила себе меньше, если честно. Потому что я когда слушаю свои каверы, мне немножко некомфортно как-то чувствую себя. Все вытащил припев. И вытащила какая-то душа все-таки это все дело. Поэтому каналу «Вечность» и этой прекрасной девочке улетает десятка. Привет, Лера. Спасибо тебе за твое творчество. И ты мне очень нравишься. Продолжай в том же духе, чтобы вдохновлять не только меня, как ты это сделала сейчас, но и других людей, как ты делаешь это. И, как я поняла, уже правила нашей программы. Мне нужно выбрать лучшую. И без каких-либо комментариев я выберу ее. И, собственно, закину себе в стойку этот прекрасный кавер на песню. Не позвони, не ночью. Ну, короче, классно. Отличное завершение всего этого движа. И на этом у нас все. Это был кавер с просто Лерой. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, говорите, как вам. Конец. Да, ребят, и сейчас продолжается моя работа над вторым альбомом, поэтому он скоро выйдет, и вас ждет что-то интересное.